нормально. Сама фигня. И крепление. Странно, я заказывал 8.008, пришел 0.05. Ну ладно, главное, чтобы работало. Так, тестирую этот нагреватель, включаю первый раз. Так, что это показывает? Ну, давай мы нажимаем кнопку кипячения. Кипячение и поднимаем. Что мы поднимаем? Она показывает 27. А пошло, пошел нагрев, кажется. Так, время 8:14. Посмотрим, за сколько минут нагреет до кипятка. Чем хорош вот этот стеклянный, я думаю, то, что в темноте можно по индикатору отслеживать температуру, а в светлое время, если солнце мешает, то, наверное, можно и по пузырькам, которые должны будут собираться на стенках вот этого стакана. Воду я уже залил дома, 320 миллилитров. Я заказывал 420, вот, но продавец почему-то мне выслал вот на 320 миллилитров. Ну, думаю, мне это не критично. Но если будете заказывать, просто имейте в виду, уточняйте у продавца. Я это покупал на eBay. Вот, связывайтесь заранее. Определяйте все параметры, потому что я уже неоднократно попадал на то, что в описании написано одно, а фактически там совсем другое. Так, корпус пока прохладный, холодный, не чувствуется, я не знаю, видно, нет индикации. Вот по описанию сказано, что нагреется в течение, по-моему, 20 минут. Ну, не знаю, хватит у меня аккумулятора, нет. Будем ждать. Значит, у меня было несколько вот этих кипятильников. И чайник был где-то на литр. Да, на литр. Грелся он где-то полчаса. Ну, литр было, я в одиночку езжу, поэтому литра было мне много.
Вот. И там был индикатор включения, когда вода нагревалась до необходимой температуры, до кипения, он отключался. Но потом получилось так, что у меня появился другой чайник. Чем он был хорош? Он как термос был, он держал температуру, и в то же время можно было в нем хранить как кипяток, так и холодную воду. То есть, но был существенный недостаток в том, что в темноте на привале индикатора не было и не знал, какая температура. Приходилось постоянно пальцем залазить в этот, в горловину чайника и проверять, нагрелось или нет. Но он такой громоздкий, но тоже не очень такой удобный. После этого у меня, ну вернее, у меня также были еще эти вот кипятильники, спирали, может быть, видели их, продают их очень много и в магазинах, и в интернете, и на автозаправках. Спираль, кипятильник. Я такой тоже приобретал, но очень быстро вынужден был отказаться, потому что сильно грелся кабель, провод. Даже пахло изоляцией, и до беды было недалеко. По этой причине я от него отказался. После этого были кружки у меня с подогревом, ну, с нагревательными элементами. Кружки неудобны тем, что штекер, который подключается к кружке, он был на постоянной основе. И неудобно было держать его вот в подстаканнике от прикуривателя. Вот это провода постоянно мешались. И в моем перегоне, вот в крайнем перегоне Новосибирск-Москва, вот такая кружка у меня накрылась. То есть корпус грелся, а содержимое было холодным. Поэтому я вот решил немножко разориться и приобрести вот такие вот кипятильники, которые и визуально можно отслеживать температуру реальную, и по пузырькам уже видно, как пузырьки поднимаются. Тут две функции. Первая функция – это нагрева, и вторая функция – это поддержание температуры. Но для того, чтобы она поддерживалась в температуре, нужно вот эту вот кнопку нажать и установить стрелками, какая, ну, должна быть температура. Я говорю, получил сегодня буквально от eBay, с китайского интернет-магазина eBay. Доставка была очень быстрая, в течение, по-моему, меньше чем 2 недели. Продавец отправил, молодец, но немножко огорчил меня тем, что объем не 420 миллилитров, а 320. Ну, бог с ним, я не думаю, что это такая критичная величина, 100 миллилитров. Главное, чтобы он вот оправдал все те надежды, которые на него возлагаю. Тут также есть вот ситечко. Вот ситечко, наверное, видно, нет? Оно предназначено для того, чтобы там вот насыпать кофе, там, не знаю, еще что-нибудь. Его можно вытащить, удалить. Вот. Но я решил вот пока, сегодня, говорю, сейчас пробую первый раз. И уже видно, как пузырьки идут. Включили мы в 13 минут, уже прошло 8 минут. Температура 54 градуса. Ну, я считаю это нормальным. Тем более на привале, когда в темноте и уставший, это будет очень удобно и очень... Ну, я думаю, мне понравится. Кабель толстый, вот, не греется, штекер. Ну, штекер немного разогрелся, но терпимо, но все-таки 95 ватт, кажется, 95 ватт мощность, она
все-таки великовато, но тем быстрее нагревается. Рассчитан этот стакан-кипятильник на два напряжения, вернее, на напряжение от 12 до 24 вольт. То есть большегрузы автомобили вполне могут его использовать, и я думаю, там нагрев будет гораздо быстрее. Ну, в два раза, наверное, не менее. В комплекте с этим стаканом идет вот такая держалка на радиаторную решетку, которая вот в салоне. Удобно, удобно. В движении, конечно, я не рискнул бы им пользоваться, этой держалкой. А вот на привале, во время ночевки, это даже очень будет неплохо. Так, время прошло 7 минут, кажется. Температура 60. Корпус стакана чуть-чуть тепленький. Но мне вот интересно подвести его к температуре там 90 градусов, 99 градусов, и посмотреть, отключится он или нет. После этого стакана я еще один продемонстрирую вам, тоже такой же стакан-кипятильник, но только несколько в ином исполнении. Второй кипятильник я покупал на Алибабе. Доставка тоже была достаточно быстрая. Вот, но давайте пока вот на этом остановимся. Здесь, что еще хорошо, удобно, кабель, вот видно вот здесь, его можно вытаскивать из основания. То есть очень удобно и компактно при перевозке. И еще один очень важный момент, я чуть не упустил его, это то, что вот этот стакан можно мыть. Откручивается крышка. Видно ее, нет? Вот черная вверху крышка откручивается. Откручивается основание, там лежит силиконовая прокладка, и получаем цилиндр стеклянный. Если, например, кипятили молоко или еще что-нибудь такое, и вам нужно промыть его, я думаю, это очень удобно и с гигиенической точки зрения. Ну и вообще, чтобы стакан постоянно был чистый. Очень удобная вот конструкция. Я, например, уже чувствую, что я им буду доволен. Кабель холодный. Прикуриватель слегка. Да, прикуриватель тоже нормальный. Повторю, что в комплекте идет устройство, вот этот держалки для самого стакана. Вот уже я чувствую здесь, ну, температура какая, ну, градусов 35, наверное, от стакана, а внутри уже 69 градусов. Ну, еще ждем немножко. Крышка имеет отверстие, ну, как его назвать-то, страховочное, или я уже забыл название сейчас. В случае нагревания, я думаю, этот клапан, который сработает, и избыточное давление, которое возникает в этом стакане, оно этот не позволит стакану разорваться. Вот про чайник, который я говорил, где можно было холодную воду хранить и горячую воду перевозить. Там не было индикатора, и в темноте не знаешь, подогревает он или нет. Приходилось палец постоянно опускать туда. Вот. Там был еще один существенный недостаток в том, что при кипячении крышку надо было откручивать. Вот. Вот, а там не было вот этого перепускного клапана, который мог бы стравить давление. И была очень большая вероятность, то, что он может взорваться от нагревания. То есть нагревается, давление поднимается. Я случайно на это обратил внимание, когда там разогрел его, он уже был горячий, и я попытался отвернуть крышку, раздалось шипение такое, и я сразу вспомнил, что в инструкции было написано,
что крышку надо снимать. Ну, представляете, в темноте снять крышку, и куда положишь, и потом не найдешь. Вот. Очень неудобно. Но вот эта вещь пока я удовлетворен. Не знаю, как она поведет себя в дороге, как это будет. В принципе, вот 75 градусов уже кофе можно заваривать. При 90 градусах можно это там доширак, пюре в стаканчиках. Я очень большое внимание сейчас уделяю питанию в дороге, потому что вот в этом крайнем перегоне Новосибирск-Москва, 2016 год, можете посмотреть, на привале перед финишем, у меня уже стакан, кружка с подогревом не работала, и я был вынужден поужинать в самом кафе. Но что там случилось, конечно, со мной в дороге на другой день, об этом я расскажу, дай бог, будет маршрут какой-нибудь. Вот расскажу, что там было. Скажу только, что после финиша меня скорая увезла в больницу, где мне сделали операцию. Поэтому не будьте, ну скажем так, снисходительны или серьезно отнеситесь к питанию на трассе. Я просто не представляю, если бы это со мной случилось не перед финишем, а где-нибудь посреди трассы, там под Омском или Челябинском, не знаю. Ну, это просто, ну не дай бог, конечно, не дай бог. Вот, а этот позволит детишкам молоко разогреть, там доширак или пюре, или какие-то суп-кружка, там есть такие много сейчас вот этих сублимированных продуктов, которые можно и нужно использовать в дороге. Я не призываю вас отказываться от кафе, ну такие мотели, где можно принять нормальную пищу, совсем нет. Просто я по своему организму говорю, что у меня постоянно, как только примешь пищу, но я днем-то не принимал пищу, чтобы не задремать, не потянуло в сон, я только ужинал, в конце дня употреблял. Что-нибудь такое покушаю и все. Но не всегда получалось у меня остановиться на привал в таком вот, ну, хорошем месте, которое заслуживает доверия, которое я бы мог порекомендовать. Те места, которые можно было порекомендовать, я в своих видео об этом вам уже говорил. Можете посмотреть там, прокрутить, послушать. Вот. А принимать пищу в таком подозрительном месте, ну, вы знаете, я бы не советовал никому. Так, ну, корпус немножко разогрелся. Температура, наверное, градусов под 50. Но рука свободно, спокойно терпит, без проблем. Ну вот, пошли пузырьки. Температура 86. Кабель холодный. Прикуриватель нормальный. Слегка такой тепленький, но не вызывает подозрения. То есть вещь, повторяю, на мой взгляд, уже стоящая. Стоит она, сколько там было, 40 долларов, по-моему. Да, где-то такая цена была. Вот, но она того стоит, скажем так. Ну, вот я говорю, если был бы здесь сейчас заварка лежала, то можно было бы и чай попить, пока буду тестировать второе. Ну, не получилось, так не получилось. Я думаю, в ближайшее время сделаю видео, пока я не на трассе, прохожу послеоперационную реабилитацию. Вот, я буду вам показывать короткие видео о том оборудовании, о тех железяках, что я беру с собой в дорогу. Я никому
это не навязываю, просто я делюсь своими вот впечатлениями, своим мнением. А приобретать или нет, ну, это каждый решает для себя сам. Так, прошло сколько у нас? 18 минут. 18 минут, по-моему. Ну, на видео там, по-моему, время отражается. Время отображается. Ну, сами тогда, если что, посмотрите, сколько времени. Видео ускорять не буду, потому что потом то, что я говорю, невозможно будет понять. Можете просто перемотать его к концовке, посмотреть, как поведет себя машина, как она отключится или нет. Не, греется относительно быстро. Я же говорю, прям вот на глазах вот пару миганий, вот это PH, и уже температура 93, сейчас 94 будет, 93. Сглазил. 94, ну еще 5 градусов. Я, например, полностью доволен. 320 миллилитров это хватит и на кофе, но для одного человека имеется в виду, и для того, чтобы приготовить. Соседка прошла. Так, и для того, чтобы приготовить какой-то ужин такой быстрого приготовления. Адрес сайта не даю, сами найдете на eBay или на Alibaba. Их очень много разных модификаций. Просто я вот на ни инструкции, ни черта нету. На английском, на китайском. Но с английским я не дружу, а китайский тем более. Так вот уже интуитивно, скажем, при помощи Яндекс-переводчика там что-то пытался перевести. Ну вот, и сейчас вот на словах я вам вам рассказал. Это для русскоязычных, те, кто тоже не очень дружит с английским или с китайским языком. 98, ну еще 2 градуса, и посмотрим. Бурление, я не знаю, видно или нет, очень интенсивное. Наверное, видно. Температура, как видите, рука свободно держит. Ну, что дальше будет? Все, как видите, сработала автоматика, и стакан с подогревом отключился. Так, нажмем как кнопку поддержания температуры. Вот он сейчас, если что, будет поддерживать температуру 60 градусов. Уменьшать можно вот кнопкой слева, стрелка вниз, и поднимать кнопкой справа. Все, я доволен. Замечательная вещь. Рекомендую. Теперь я вам продемонстрирую второй автомобильный кипятильник для подогрева воды. Вот тоже включаю прикуриватель. Так, на дисплее загорелась температура 25 градусов, это температура жидкости. Время засекайте сами по часам на дисплее. И что мы ждем здесь? Ой, надо нажать, по-моему.
Да, вот включили мы подогрев. Крайний левый светодиод говорит о том, что пошел подогрев. А температура подогрева, температура какая там будет, я не знаю, честно говоря. Посмотрим. Поднимем ее. Там 65, а мы поднимем до 99. Вот температура, будем подогревать до температуры 99 градусов. Несколько слов об этом чайнике, об этом кипятильнике. Значит, вот пошла индикация температуры 26 градусов. Он идет тоже, этот я покупал на Алибабе. На Алибабе. Тоже пришел быстро вещь. Но из-за того, что не было инструкции, только на китайском языке, даже не было английского варианта инструкции, при первом включении... Значит, загорелось Е3 на индикаторе. Вот. И чайник, или как его назвать, кружка, чашка не грелась. Это, естественно, меня сильно расстроило. Пытался с продавцом связаться. Продавец 3 дня не выходил на связь. Там какие-то у них были занятия, потом он мне объяснил. Вот. Но я ему впендюрил там 3-ку. Вот, он тут же слезно обратился ко мне изменить оценку. Вот, ну, я пожалел его, Бог с ним, поставил положительную там. Но факт тот, что, в общем, недостатки какие. Недостатки, то, что инструкция на английском, на китайском языке. Он тоже рассчитан на... 12-24 вольта. Если его снять с подставки, вот у вас основание, где оно там, вот основание, если снять, то там на донышке стоит переключатель 80 и 120 ватт. Я, откровенно говоря, так и не понял. На 80 ваттах включаю, работает все нормально, ставлю на 120 ватт, загорается Е3. Ну и я понял так, что Е3, эта система ушла в такой режим, ну как, аварийный, что ли. Вот, то есть методом научного тыка я потратил почти весь вечер, сидя в автомобиле. Как мне с ним разобраться? Ну, слава богу, разобрался. Вещь неплохая, скажем так, когда ее освоишь, когда ее узнаешь, вот, вещь неплохая. То есть вот сейчас я установил температуру 100 градусов, чтобы он нагрелся, и постоянно поддерживал при температуре 60 градусов. Ну вот там видно, не знаю, видно или нет, но горит зеленый светодиод, это режим поддержания температуры. Ну а красный режим, это режим подогрева. При достижении 100 градусов красный светодиод должен выключиться. Ну, подождем. Вот, если времени у вас мало, то можете промотать сразу видео. Я его ускорять не буду. И посмотреть концовку. Здесь что хорошо вот у этого. Кстати, он идет без вот этой системы для крепления в автомобиле. Я вот такую фигню купил, вот, но что-то она мне не очень нравится. Ну, не знаю, может быть, в дороге когда-нибудь поеду, там поставлю, закреплю ее где-нибудь, чтобы она не на сиденье стояла, вот эта вот, этот чашка или стакан с подогревом, а можно было где-то и вот там закрепить внизу. Ой, ё-моё. Да,
можно будет закрепить вот этот бардачок или полочка, которая на двери, барахолка так называемая. Вот туда можно будет ее ставить, да. А там она будет нормально смотреться. Где она? Видно, нет? Ну вот так вот. Где-то. Ну, сейчас не догадался. Поэтому пока экспериментируем, ждем. Но тут уже подогрев, как мы видим, идет помедленнее. Если вот этот стакан, он нагревался просто на глазах, температура менялась, то здесь, по-моему, чуть помедленнее. Он неразборный, то есть мыть нужно ёршиком, тоже на 320 миллилитров. Мыть нужно ёршиком, ну, в отличие от стакана. Стакан удобнее. Ну, не знаю, все имеют свои плюсы, свои минусы, кому-то, кому что больше понравится. Так, здесь у него имеется на крышке вот такое вот колечко. То есть его можно, в принципе, на веревочке на каком-нибудь подвесить во время движения. Или, ну, для туристов, которые, вот, я не знаю, там путешествуют, на рюкзак там привязать где-то за эту дырочку, подвесить, он будет болтаться, но, по крайней мере, так его можно транспортировать. Здесь, скажем так, неудобство. Так, провод не греется. Провод не греется. Прикуриватель, что этот штекер, прикуриватель, я сейчас потрогал, холодный. Нагрев продолжается. Медленно, правда. Вот. И, значит, это основание, куда стакан этот самый, я потом покажу, как он вставляется. У него, видите, кабель стационарно. То есть его, в отличие от стеклянного этого стакана, вытащить нельзя. Это надо постоянно... Ну, это может быть удобство, может быть недостаток, не знаю. Это соседи наши, которые демонстрируют свой автомобиль. Так... Кабриолет. Ну что у нас? 55 градусов. 55 градусов. 56. Еще раз обращаю ваше внимание, что не будьте, не относитесь с прохладцей вот к тем вещам, которые я вот вам демонстрирую. Это не от хорошей жизни, не от баловства, это просто необходимость. Я вот уже говорил о том, что чайники без индикатора, они неудобны тем, что нужно пальцем лезть в горловину, замерять температуру. Вот, ты не знаешь, работает он или не работает. Пятьдесят девять, 60. Ну, я его разогревал немножко раньше, тестировал. Я его получил раньше, чем стеклянный. И вот при 99 там тоже раздавался писк, и он уходил в режим подогрева. А подогрев, значит, 60 градусов. Ну, тоже вот с правой стороны, если видно, нет. Две кнопочки такие выступающие, одна треугольник вниз, другой треугольник вверх. Вот им регулируется температура подогрева. Вообще китайцы молодцы, у них все что угодно можно купить. Ну,
первая экономика в мире, что хочешь. Здесь, в отличие от стеклянного стакана с подогревом, нет вот этого контейнера для чая, там, для кофе. Ну, не знаю, если поеду в очередной маршрут, то возьму, наверное, оба. Кстати, еще не получил, правда, но уже заказал на Алибабе и уже, нет, на eBay, и уже отправили мне стаканы с электромешателем, что ли. В общем, на дне установлен такой небольшой пропеллер, питается от двух батареек А3, для того, чтобы перемешивать сахар, там чай, кофе, не знаю, в общем, для перемешивания. Вот, ну, когда мои домашние увидели, что я это заказываю, стали смеяться. Ну, опять-таки, я говорю, ну вот в темноте вы остановились на привал, на ночевку. Где будете искать эту ложку? Где будете искать вот это, вот там, чтобы размешать ее? А здесь включил, и несколько секунд, и перемешалось, и все что угодно сделалось. Стоят они недорого, но очень удобно для автомобилистов, кто отправляется в такие поездки. Это, ну, улучшает, скажем так, жизнь. А то ложкой размешал кофе там или чай, положил ее в сумку, она липкая после сахара, ну, неприятное ощущение. Так, этот стакан у меня горячий еще. Ну а что с ним будет, этот 90-100 градусов? Вот кнопки вот эти. Понижение температуры подогрева, повышение температуры подогрева. Кнопка подогрева. Кнопка кипячения, вернее, кнопка поддержания температуры, кнопка кипячения. Здесь кнопка кипячения, кнопка поддержания температуры. И вот тут две кнопочки со стрелками: понижение температуры подогрева, повышение температуры подогрева. Ну, говорю, он в комплекте, вот так хорошо, наверное, видно. В комплекте нет держателя. Сколько минут прошло? 5, 10, 15. 15 минут, наверное, прошло. Ну, тут, может быть, немножко даже быстрее она подогревается. Я, наверное, потом проверю. Он сейчас стоит в режиме 80 ватт. Ну, наверное, потом поставлю 120 ватт. Ну, не знаю. Да, кстати, в описании вот этого стеклянного стакана с подогревом указаны коды ошибок. Там 8 параметров выдает дисплей. 8 параметров. Низкое напряжение. Высокое напряжение, то есть он информирует и не включает прибор. Температура в салоне, там если ниже 5 градусов, тоже возникает, могут, наверное, возникнуть проблемы для разогрева. Отсутствие жидкости, то есть недостаточное количество жидкости в стакане, тоже высвечивает ошибку. Я говорю, 8 параметров. Это я узнал благодаря тому, что инструкция там есть на английском языке. Почему они не пишут на русском языке? Не знаю. Вот так вот в двух словах.
что-то я еще покупал. А, очки купил. Тоже уже пришли они. Надо, наверное, завтра идти на почту получать их. Поляризованные, с поляризованными стеклами. Вот. Паяльник автомобильный. Питание от USB, от 5 вольт. Вот такой маленький паяльничек размерами с карандаш. Автомобильный можно брать в дорогу. О, прикуриватель совсем холодный. Так, видно его, нет? Слегка тепленький. Вот так, наверное, видно. Ладно, поверьте на слово, прикуриватель теплый. Не то, что теплый, так, чуть-чуть тепленький. Значит, провод совсем холодный, совершенно холодный. Это очень хорошо. Температура 90. Ну вот где-то по времени, если посмотрите, ну, наверное, минут 25, да, на это 20-25 минут. Но для дальних поездок это вполне приемлемо. Полчаса разогреть, ужин или там что с собой в дорогу взял. Что взял, то и поел. Ну, такая вот информация для автомобилистов, автопутешественников. Не игнорируйте такие вещи, не игнорируйте. Я просто видел большегрузы, водители большегрузов на привалах довольно-таки часто. Они не пользуются вот этими кафе, хоть они и останавливаются там на ночевку. Вот, и это создает иллюзию того, что дальнобойщики большегрузов и пошли там ужинать. Это не так. Наверное, половину из них разогревают и принимают пищу, находясь в автомобиле. То есть услугами вот этих придорожных кафе они не пользуются. И такое мнение бытует, что если едете по трассе и видите скопление большегрузов, то можете смело останавливаться и принимать там пищу. Ну, я бы не был таким категоричным в этом. В этом убедился я вот на своем перегоне. Вот так. Все, слышали, да? Пропипикала и ушла в режим подогрева. То есть вещь замечательная. Вот в течение сколько? 45 минут мы разогрели с вами два. Кстати, тот контейнер, который сейчас вот оранжевого цвета, в отличие от стеклянного, вот, он совершенно холодный. Совершенно. Вот чашка такая, она еще более-менее теплая, а вот верхняя часть холодная. То есть это контейнер двойной, скажем так, из нержавейки. Вот вакуум внутри. И я говорю, что этот холодный. То есть сохраняться температура, сохраняться подогретая вода тут будет дольше, нежели вот в этом. Ну, бог с ним. Ну, все, благодарю за внимание. Следите за моими короткими роликами, пока я буду в реабилитационном периоде, я буду вам что-нибудь интересненькое выкладывать. Пока!